Освободите заложника, пока его насмерть не пристрелили. Подойди на минутку. Еще один триумф гения! С твоей помощью, конечно. Черт, никак не могу выкинуть из головы эту формулу. Не дергайте. Бабах.
должна сделать тебя новой. Док, я у плотины. Ну и махина. У каждого объекта есть генераторы, но без плотины Слоуну не развернуться на всю мощность. Тогда разнесем эту хрень. Отлично. Высылаю координаты места, где полно Си-4000. Без воды система охлаждения реактора выйдет из строя. Задача — найти Си-4000. Я готов взорвать эту штуку. Как в Квебеке, когда вы спасли мою группу, вызвав перегрев реакторов гидроэлектростанции. Я плохо помню, что было до ранения. Детство, родители, вторая вьетнамская. Прости. Удачи, Рекс. Надеюсь, ты снова нас спасешь. Задача. Взорвать плотину, установив Си-4000 уязвимые места. Он вообще без башки. Кретин. Он уже никого не возглавит.
Смотри, что я тебе припас. Обнаружены робопсы. Осторожно, от их нюха не скрыться. Используйте дайс, чтобы отвлечь внимание робопсов. Это за тебя, Спайдер. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. Разнесем тут все. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. Огнеметчик. И его бак с горючим тоже при нем.
укоротил на голову. Прям голова раскалывается. Да. Не дергайся. Уже никого не возглавит. Что-то напоминает. Задача выполнена. C4000 на месте. Перед взрывом отойдите в безопасную зону. Оторвемся по полной. Надеюсь, новая C4000 не хуже старой C400. Нет, хуже. Только эти бомбы не сработали. Тогда найди на дамбе одного из инженеров. Там были гражданские. Но... Я знаю одного. Он поможет с Дерлисом. Вот. Найдите его по прибору слежения. Задача. Рандеву с инженером на дамбе. Внимание! Сегодня в кафе состоится пикантный вечер. Тупица. Обожаю живот. Люблю я это. Что-то напоминает. Терор 4000 по их красным задницам! О, да, детка. Я искал тебя всю.
Напоминаю, бросьте в противника киберсердце, чтобы дракон атаковал его. Внимание! Осуществлена новая поставка взрывоопасных красных бочек. Всему личному составу проявлять осторожность и использовать их только в экстренной ситуации. Смотри, что я тебе припас. Обожаю животных. Инфаркт. Иди-ка сюда. Присылайте врача, я и его убью. Так вот оно, киберсердце. Никто не уйдет, обижен. Смотри, что я тебе припас. Пока всех не перебью, не остановлюсь. Другое дело. Мерзость. Обожаю. Вложу в работу все сердце. Thank you.
Задача выполнена. Вы сержант Рекс Скотт? Доктор Дарлинг говорит, вы герой. А я не герой. Я всего лишь американский киберсолдат, модель Марк 4. Ладно, тогда помогите мне попасть к реактору, чтобы выключить его. Я ведь не киберсолдат. Что ж, отключим Слоуну свет. Задача. Защищать инженера. Подожду здесь, пока не закончите. Ты убил немало моих солдат, Рекс. Молодец. Разве ты не должен защищать своих подчиненных, Слоун? Только сильные могут постоять за себя. Я понял это на войне. Вы были недостойны победы. Мы превратили Канаду в ядерную пустошь. Этого было мало. Но, сынок, придут большие перемены. Это я тебе обещаю. Внимание! Очистка от мутагенных биотоксинов на подуровне 3. На подуровне 3. Is okay, I'm getting right here. Yeah.
чисто. Ну ты даешь! Все еще жив! А знаешь, Шнур, твоя группа Омега просто клоун. Посмотрим, Рэш! Кто-то клоун, а кто кибербог? Скажи-ка, Рэш, с тех пор, как в себе моя боевая программа, этот голосок в твоей голове похож на твой? Или скорее на мой? Что ты несешь, Слав? Ты, видно, напуган тем, что в тебе гораздо больше меня. Или тем, что я не объяснил тебе причину убийства. Только извинился. Включим Слоуну свет. Вы это уже говорили. Пусть сидит при свечах. Ну ладно, почти готово, сержант. Внимание! Сильное электромагнитное воздействие. Ну черт. Я отрезан! Вам надо добраться до аварийного канала под водой. Помните, там киберакулы! Поиск. Задача. Отключить шунты под водой. Посадить 7 розовых кустов и снять предохранители. Найдите новый до полуночи. Полуночи. Вот это дошло. Задача выполнена. Идите к инженеру на белом коне. Есть. Осталось взломать систему и подобраться к ядру реактора. Внимание! Парковка сзади запрещена. Скрываю оболочку. Не дайте им меня прикончить. Идите сюда, ведра с краю. На помощь! Oh!
Мы пропустили пару гиперсоток. Я выбрался, но без Бенджи. Мне жаль, Рекс. Бенджи был славным парнем. Док, он был настоящим героем Америки. Не забывайте мыть руки после туалета. Вы обмениваетесь рукопожатиями со всеми своими знакомыми, в том числе и со своей матерью. Вы ведь не захотите, чтобы кто-то ее трогал. Мойте руки. Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, да. Мне любые трудности по плечу. Не знаю, Рекс. В «Рыцаре молотые волшебства» ты бы мне продул. О, док, компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект. Не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Эй, полегче, док. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный, достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да?